8 ноября в 00:30 в селе Тингушево водитель, 20-летняя девушка, управляя автомашиной «Лада» 111-830, по предварительным данным проявила невнимательность и совершила съезд влево по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины, 28-летняя девушка, которая находилась на переднем правом пассажирском сидении, скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливается причина произошедшего. Татьяна Глухова, инспектор госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Темниковский.